Идут типа в горы, в Карпаты. Говорит, а тебе? Да мне, говорит, охуенно. Он просто на данный момент, на тот момент, открыл вторую банку сарден. Чакры. Вторую чакру. Да. Вторую банку чакр. Я пытался это понять, я не осилил, если честно. Ну ничего, я думаю. Знаешь, что... Димка, я понял, что буддизм это то же самое лицо этого. На Ямайке какая-то. Человода? Два, ну, те, которые на курку верят. Ну, Растамана. Не, они растаманы, а религия у них называется типа что-то джа... Джамахирия. Джамахирия, ну что такое? Так вот, я понял, их религия и буддизм это одно и то же. Просто буддизм, поскольку китайцы, они говорили так красиво и вычурно. А ямайцы говорят просто, забитый хуй с залог успеха. В буддизме абсолютная вершина – это отсутствие эмоций. Когда ты все видишь, но ты просто не испытываешь никаких эмоциональных выражений. Да! Нет, тебя тут нету, скажи. Да еще отмажь, скажи. Иди сюда. Иди возьми. Да что? Иди и возьми ее, если у тебя хватит смелости. А, ребята, вы забыли одну херню. Абсолютно, абсолютно мега охуенную. Знаете? Вы животные, давай обувь. Это кто? Я буду говорить только с Антохой, а ты уйди, подонок. Да мы же выбросили тебя. Это не я. Давай, я тут. Пизди ногой сюда. Бей на голос. Сейчас я выстрелю. Аккуратно, Антоха, снимай трусы и подсовывай сюда жопу. Я сейчас буду стимулировать. Ты мне ее полижешь? Хорошо. Да, тапком. Будешь! Дай, еще дай как боты. Будешь? Да, блядь, я их выкинул на ту сторону. Одна говорит. Здесь, а второй где? Тебе сказали на ту сторону. Я сейчас бодну, придурок. Да. Нет, это я с коксом говорю. Тихо, бутерброд, Извини, чувак. Я про бутерброд говорю. Я тебя хотел подбодрить. Так, кто следующий? Я по часовой. Куда ты уже курил только что? Мах. Тогда я. Да запал. Правило начало действовать с меня. Ты курил полчаса. А что Серёга такое рассказал? Извини. Не, ты сказал, что ты что-то хочешь про меня рассказать. Я про тебя. Ты про буддизм пиздел. Последний раз. Или это и было про меня? Не, буддизм это я пиздел, пока Серега рассказал. Короче, верхняя ступень, типа, ну, наземного существования в буддизме. Там никто не наливал. Слышишь? Это полное отсутствие эмоций. А полное отсутствие эмоций, это когда тебе просто все похуй. А все похуй, если говорить ямайским, типа don't worry, be happy. То есть суть ямайской религии и суть буддизма одинаковая. Типа, только полное очищение приведет к полному отсутствию эмоций. А полное отсутствие эмоций – это полное безразличие. На нас, да. Покажи пальцем, кого ты хочешь загрузить. Блядь, ты меня спросил, тебе все. Я тебя спрашивал. Да скажи, он меня про буддизм спросил. Да, он спрашивал. Да, говорит, а что, при чем тут ямайские вот эти вот чувства? Кармии, я сказал. Буддизм я вообще не понимаю. А кармии в армии понимают это на практике. То есть, самое идеальное реле. Это отпал. Это армия. Нечего, кто будет. Я вот тут еще дым пошел. Я вижу, кто-то кинул сюда. Блин, давай, ну что, тяни. Осторожно с углем. Вот это выходит нормально. Открываем. А ой, запасной есть? Да. И спички, и надо все. Надо как-то прижать. Это мне напоминает пасху какое-то паломничество к Христу. Подождите, Кокс и Эрик. Иду, говорю. Да они, короче, говорят. Кокс, говори. Ида, сказал он. Ида, сказал Бельчик. Придите ко мне, дети мои, и покурите кальян вместе со мной, ибо я Бельчик. Может, половина лица сфотографироваться? Нормально, погнали.
как бы он ни пиздел, он признал свою вину. И он твой друг. Он тоже никогда не сделает. Даже если у Антохи будет дышло в жопе, на конце которого две лошади толкают его вперед в анус, он этого не сделает. Он умрет в муках. Ты знаешь, я Коксу объяснил подробности, и Кокс сказал, блин, я не прав. Я не прав. Это было слово на берегу. Не пиздец. Это было так. Бля будешь. Я понимаю. Я не говорю. Я страдаю, он говорит. Вот это... Немножко лучше он получил все, что хотел, а теперь помирился с нами, и у него все хорошо.